Сегодня в поселке Ремаш на сетях холодного водоснабжения произошла авария. На место незамедлительно направились бригады специалистов МУП водоканала. Место утечки было обнаружено. Авария произошла на участке трубопровода, ведущего к водозаборному узлу. По поручению главы округа Дмитрия Акулова в территориальном отделе развернули оперативный штаб по ликвидации аварии. Подачу холодной воды в многоквартирные дома и социальные объекты прекратили, чтобы все резервы направить на котельную. С ряда домов, имеющих верхнюю подачу тепла, был осуществлен слив воды из батареи отопления. Данная мера была необходима, чтобы не допустить промерзания системы. На место аварии приехал глава Дмитрий Акулов. В настоящий момент утечка на сетях ликвидирована. Специалисты МУП «Водоканала» и «Газпром Теплоэнерго» занимаются отладкой системы. Взаимодействие управляющих компаний также организовано, да, поэтому как только теплоноситель будет подан в систему, получит сообщение от диспетчерской службы «Газпром Теплоэнерго» управляющей компании, они, специалисты управляющей компании, проверят состояние систем внутри домовых, отвоздушат стояки, да, спустят воздух, проверят наличие циркуляции. Глава округа поручил обеспечить социальные объекты и жителей поселка питьевой водой. Была организована раздача бутилированной воды на улице Институтская у домов 11-13 и напротив дома 2Б на улице Спортивная, рядом со спортивным комплексом «Орбита». Сегодня в связи с аварией в саду нет холодной воды. Но наша администрация, спасибо ей огромное, подвезли нам воду в большом количестве. Сад работает в штатном режиме, трудностей мы не испытываем. Ситуация находится на контроле правительства Московской области. Дмитрий Акулов докладывает информацию о предпринимаемых мерах губернатору региону Андрею Воробьеву и министру энергетики Московской области Александру Самарину. Я сам пройду ряд домов, встречусь с жителями и посмотрю состояние отопления горячей воды. Я здесь на месте, все специалисты также здесь, штаб создан, информируем постоянно. На 16 часов 30 минут котельная в Ремаше запущена в работу. Авария на сетях холодного водоснабжения ликвидирована. Слесарям управляющих компаний поручено начать проверку стояков. Все сообщения о завоздушивании стояков жителям нужно направлять в свою управляющую компанию. Дарья Леонова, Дмитрий Зайчиков, ТВР-24.